Привет всем, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и это последнее видео по демо-версии мода Инджан. Сегодня мы будем смотреть хищников. Right. Ladies and gentlemen, we're very proud to announce the arrival of our latest attraction, Velociraptor. Don't let their size fool you. These raptors are destined to be one of our most unique exhibits. Доминус даже сразу, офигеть. Тираннозавр, куда же без него? Да, Велоцираптор — это увеличенная версия того, помните, детеныша Велоцираптора. Я только не понимаю, почему он на людей не нападает. О, красавчик просто. Необычный велоцираптор, то есть если во всех остальных они были окрашены как из фильмов, то здесь что-то необычное присутствует. Так, цератозавр, ну по сути стандартная модель, просто изменен окрас под другой. По сути других изменений я не наблюдаю. Даже смотреть не на что по сути, потому что окрас так себе. Так, а вот на горгозавра я бы посмотрел. Так, посмотрите, индоминус охотится на этого? Офигеть. Ну, индоминус это, я так понимаю, из-за лозавра его сделали. Просто, да-да. Немного конечности удлинили. А в остальном это обычный лозавр, только с измененным окрасом. Так, где горгозавр? Он живой еще? Альбертозавру, видимо, жопа, это сразу было понятно. Но это, по сути, обычный альбертозавр, только в другой цвет окрашенный. Ну, неплохой такой цвет, я скажу. Ну, неплохой динозавр. Пока что только вот велоцираптор, индоминус и вот горгозавр. Нормально, а цератозавр не очень, а вот тираннозавра бы еще надо найти. Ну, странно, почему тираннозавр уже убил кого-то? Звуки, как из фильма, это очень классно. Окрас тоже добротный, но вот если бы не вот эти связки, ну вот видно, где сцепили окрас, где хвост, лапы. Если бы не эта деталь, то выглядело бы шикарно вообще. Его что, никто не боится? Ну вот, сразу испугались. Ну, немного заниженный он, мне кажется. Ну, если люди ему головой до брюха дотянуться могут, это я считаю не очень. Зубы, челюсти идеально сделаны, глазюки тут классно все. Тираннозавр радует меня. Кстати, огроменный, конечно, огроменный, но мне кажется немножко низенький. Ну, естественно, спинозавр, куда же без него. Три главных антагониста у меня тут. Ультимозавр. Это вообще что такое? О, давай, убивай людей. Смотрите, он весь в шрамах. Ну да, и естественно. Окрас тоже очень красивый, хороший. Необычный такой, знаете. Вот эти все шрамы, наличие вот этих шрамов, это все прикольно. Блин, густые заросли, ничего не видно. Блин! Че, решили не драться? Вы мне объясните, что за ультимозавр? Это вообще кто такой? По сути, это модель кархародонтозавра под какого-то левого чувака сделана. Ну, под какого-то другого динозавра. Это, я так понимаю, гибрид, но гибрид кого? Ну, спинозавр здесь огромный вообще. Ну и один птерозавр у нас есть, это топияра или топижара, кому как удобно. Уже такой аэроплан такой вылезает. Ну, очень сырая модель, очень-очень сырая модель. К
Кьюти вообще плоская со всех сторон. Это не очень так классно. Сейчас будет на людей охотиться. Это прикольно. Забавно так. Так, чернозавр, а с кем он? Тоже с ультимозавром решил подцапаться, да? Ну, ультимозавр кричит знатно. Но Т-рекса не переплюнуть. Офигеть! Они сейчас все втроем тут подерутся. Интересно, кто мощнее был? Все-таки Т-рекс ему ударил знатно. Нет, я готов Т-рекса слушать бесконечно. В общем, по сути, это все хищников оказалось почему-то гораздо меньше видов, чем травоядных. По сути, это, конечно, не мудрено. Но, в общем, такой мод. Будем ждать, как это сказать, чистой версии уже. Не демо-версии, а чистой, нормальной. В котором будут добавлять новых видов. И, возможно, поработают со старыми, чтобы, ну, окрас был более таким гладким. Без вот этих всяких скреплений. Ну, в общем, на этой ноте я предлагаю закончить с этим модом. Надеюсь, это видео вам понравилось. Пишите свои оценки по поводу мода. С вами был Дарт Сидиус. Всем всего хорошего. В группу канала обязательно вступите. Ссылка будет в описании. До скорой встречи и всем пока.